2005 году в Швеции королевские ВВС провели испытание новейшей ракетной электроники. В качестве оружия потенциального противника использовалась российская электронная бомба, разработанная еще в 90-х годах прошлого века. Результаты испытаний превзошли худшие опасения шведских военных экспертов. Перед российским оружием не устояла бы ни одна самая совершенная ракета. Даете импульс электромагнитного излучения, она слепнет. Все, у нее электроника сгорела, входные транзисторы полетели. Она как болванка пролетает мимо. Хотя она стоит очень дорого. Несмотря на череду кризисов, Россия сохранила научный потенциал в области создания оружия на новых физических принципах. В этом небольшом чемоданчике одно из последних российских изобретений. Специальный генератор внутри способен вывести из строя на некоторое время электронную аппаратуру в зоне действия излучателя. Простым нажатием на кнопку это устройство приводится в действие и, как вы видите, вызывает отказ в работе компьютера. А теперь представьте, самонаводящиеся ракеты, электронные прицелы, бортовые компьютеры самолетов и кораблей, все это может превратиться в бесполезный хлам. Как тут не вспомнить слова Уинстона Черчилля о том, что каменный век может вернуться на сияющих крыльях науки. Сегодня в нашем фильме мы впервые расскажем о сверхсекретных научных разработках, которые обязательно изменят облик войн будущего. Фантастическое оружие. 28 марта 1964 года, 17 часов 30 минут, возле побережья Аляски произошло невиданное по силе землетрясение. Его мощь была сопоставима с взрывом 1200 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. От человеческих жертв не спасла даже удаленность эпицентра от густонаселенных районов. Гигантская волна стерла с карты мира три поселка на Аляске. Там погибло 107 человек. Совершенно секретно. 30 июня 1964 года. Москва. Председателю КГБ при Совете министров СССР генерал-полковнику Владимиру Семичастному. Имеются данные, что мощнейшее землетрясение в районе Аляски стало результатом секретного эксперимента в рамках проекта Министерства обороны США «Прайм Аргус. Главный страж». Эта программа была запущена в 1951 году. Ее задачей было выяснение способов вызова землетрясений в военных целях. Начальник первого главного управления КГБ при Совете министров СССР генерал-лейтенант Александр Сахаровский. По горькой иронии судьбы, оружие обрушилось на своих создателей. Оказалось, что за год до этого землетрясения Соединенные Штаты в рамках эксперимента вывели на низкую орбиту около 400 миллионов медных игл длиной около 2 сантиметров. Постепенно опускаясь, иголки достигли атмосферы Земли через год, что привело к резкому изменению теплового баланса. Ученые предположили, что землетрясение, которое вскоре произошло на Аляске, силой 8,5 баллов, это явилось результатом как раз воздействия вот этих вот иголок, выброшенных в атмосферу. Угроза создания американцами сейсмического оружия заставила правительство СССР поручить советским ученым аналогичные исследования. Еще в 50-х годах отец советской водородной бомбы Андрей Сахаров утверждал, что можно вызывать землетрясения с помощью ядерных зарядов, установленных в зонах напряжения земной коры. После некоторых испытаний у нас в Семипалатинске и в Америке на их ядерном полигоне Невада в Мексике возникали довольно сильные землетрясения. И очень дружно и согласно и мы, и Америка в этом случае отрицали и говорили, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Уже в 70-е годы советские ученые обнаружили, что сейсмопровокацию можно устроить иным способом, с помощью электрического излучения. Электрический импульс длится всего 3 секунды и способен спровоцировать землетрясение в радиусе 500 километров. Такой генератор можно перевозить на обычном грузовике. Вызванное с помощью сейсмологического оружия землетрясение может разрушить города и предприятия, нарушить связь и управление, вызовет панику среди населения. И тогда на территорию деморализованного противника вступят войска. Впервые о советских исследованиях в области сейсмического оружия стало известно в конце 80-х годов из статьи члена-корреспондента Российской академии наук Алексея Николаева. Я оказался первым, просто не потому, что я первый сделал эту работу, а потому что меня первым разрешили опубликовать это. И резонанс оказался очень большой и в Америке, и в западных странах, и у нас.
Военные были очень недовольны наши. В 1990 году в Москве состоялся совместный семинар ученых Советского Союза и стран-членов НАТО по сейсмологическому оружию. Американские военные утверждали, что подобные разработки они не проводили. Для получения правдивой информации пришлось пойти на хитрость. Мы их напоили хорошо, они сказали, что у них есть установка. Вывод, сделанный участниками семинара, заключался в том, что сейсмологическое оружие при данном уровне развития науки не может быть создано в силу невозможности нанесения точного удара. Потерпев фиаско в управлении землетрясением, военные не оставили попыток использовать силы природы в своих целях. В 1970 году бойцы Вьетконга были удивлены странным явлением. Еще никогда в Северном Вьетнаме не было такого количества проливных дождей. Стали проявляться и другие странности. Например, целые гектары джунглей превращались в безжизненные болота. Совершенно секретно. 20 июня 1971 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР Матвею Захарову. Начиная с 1967 года, в рамках проекта «Шпинат» американская авиация обрабатывает облака над тропой Хо-Ши-Мина специальными реагентами, вызывающими обильные ливни. Кроме того, армия США провела как минимум две операции, связанные с локальным изменением климата. Римский плуг по ликвидации травяного покрова и рука фермера по уничтожению джунглей с помощью гербицидов. Это означает, что во Вьетнаме испытывается новый вид оружия, который можно условно назвать климатическим. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Петр Ивашутин. Впервые искусственное воздействие на погоду произошло в 1946 году. Тогда американский химик Винсент Шаффер из самолета рассеял над горой Грейлок 1,5 килограмма сухого льда, что вызвало обильный снегопад. К началу войны во Вьетнаме в армии США уже имелась специальная служба для управления климатом. В небе Южного Вьетнама самолеты военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Они распыляют отравляющие вещества, уничтожая урожай на крестьянских полях. Исторические реалии требовали от советских ученых создания аналогичного климатического оружия. В процессе исследований выяснилось, что его применение на поле боя является достаточно эффективным средством. Я нахожусь в Институте экспериментальной метеорологии, в котором разрабатывались отечественные технологии воздействия на погоду. Сейчас на ваших глазах специалисты института создают искусственное облако, которое в боевых условиях не позволит противнику применять высокоточное оружие. Ученые научились вызывать и прекращать ливни, бороться с туманами и заморозками, и даже создавать полярное сияние. Кстати, последнее не просто красивое явление, но и возможный щит от баллистических ракет. Помимо выполнения вспомогательных функций, климатическое оружие способно поражать население. Так, с помощью специальной ракеты на территории противника возможно создание озоновых дыр, через которые ультрафиолетовые лучи будут беспрепятственно падать на землю. Это может привести к ожогам, может привести к образованию раковых опухолей. Женщины могут лишаться возможности воспроизводства населения. Кроме того, ученые выяснили, что влиять на климат можно было не только химическими реагентами, но и облучая ионосферу электромагнитными волнами сверхвысокой частоты. Вы маскируете свои воздействия, маскируетесь под естественные явления. Ну, дождь, естественное явление, град тоже, снег, мороз, жара. Никто не догадается, что на самом деле. Государство в прекрасных отношениях, одно другому чинит вот такие гадости. В середине 70-х стало ясно, что человечество вплотную подошло к созданию климатического оружия, сопоставимого по эффективности с оружием массового поражения. Вопрос о запрещении химико-бактериологического оружия широко обсуждался в Берлине участниками Всемирной ассамблеи мира. В 1977 году СССР и США под нажимом ученых и общественности подписали конвенцию о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную окружающую среду. Возможно, этот документ спас мир от гибельных экспериментов. Но сегодня в Соединенных Штатах вновь заговорили о создании климатического оружия.
В 2002 году в Сенате США состоялись секретные слушания по докладу «Погода как умножитель сил». С помощью компьютерной графики вы можете видеть, как представляют американские военные будущие метеосражения. Вся Земля поделена на зоны, где за погодой следят космические спутники и наземные датчики. В считанные минуты командование армии США получает метеопрогноз для страны, где должна пройти войсковая операция. В специальном центре военные метеорологи по этим данным выбирают тип климатического удара – засуху или наводнение. Затем в самолеты загружают необходимые реагенты и в час X обрабатывают атмосферу над страной противника. Военные, подготовившие доклад, рекомендовали американским законодателям выйти из конвенции 1977 года. Но сенаторы отклонили это предложение. Возможно, потому что в США увидели для себя новую угрозу. Секретно. 13 января 2006 года. Пентагон. Председателю Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералу Ричарду Майерсу. Россия добилась значительных успехов в области создания электромагнитного оружия, перед которым мы бессильны. Например, импульс, вызванный взрывом ядерного заряда мощностью в 1 мегатонну над географическим центром США, способен вывести из строя электронику от Мексиканского залива до Канады. Начальник отдела будущих концепций и преобразований ВВС, полковник Гейл Войтович. Для американских военных, повсеместно использующих сложнейшие электронные системы, появление электромагнитного оружия подобно катастрофе. Используя эти системы, вот радиоимпульсы, там, радиобомбу и так далее, вы фактически человека делаете безоружным. Он становится таким же биологическим объектом, как во времена Ивана Грозного, когда с печалями и с этими самыми мечами люди ходили. В начале 50-х годов студент Фортов проходил практику в спецсекторе Института физики Земли. Его задачей было снятие показаний приборов после испытаний ядерных устройств. Тогда было ясно, что регистрирующая аппаратура, которая ставилась на Семипалатинском полигоне, часто выходила из строя еще до того, как туда пришла ударная волна. Оказалось, что при ядерном взрыве возникал мощный электромагнитный импульс, который сразу выводил из строя электронную аппаратуру. В 50-х годах академик Сахаров разработал безъядерный взрывомагнитный генератор, прообраз электромагнитной бомбы. Ее принцип действия вы видите с помощью графического моделирования. На цилиндр из тонкопроводящего материала подается небольшое напряжение и возникает статичная электромагнитная волна. При детонации обычной взрывчатки, расположенной вокруг, его диаметр почти мгновенно уменьшается в десятки раз. Электромагнитное поле, не способное выйти за пределы резонатора, резко сжимается, и как следствие повышается частота его колебаний. При этом энерговыброс по сравнению с первоначальной мощностью возрастает в 1000 раз. Удар молнии, который так пугает людей и приводит большие разрушения, это с точки зрения вот взрывомагнитного генератора, это вещь очень маленькая, на в 10 тысяч раз меньше. Впервые электромагнитные бомбы, использующие взрывомагнитные генераторы, были применены в 1998 году американцами для выведения из строя систем ПВО во время войны в Югославии. Они не произвели ожидаемого эффекта. В 2003 году с их помощью попытались вывести из строя багдадский телецентр. Но иракские специалисты восстановили вещание уже через несколько часов. Российские ученые продвинулись в создании электромагнитного оружия значительно дальше. Устройства, созданные российскими учеными, превосходят зарубежные электронные бомбы в сотни раз. Не случайно их называют убийцами роботов. Например, вот этот электромагнитный прибор способен заблокировать зажигание автомашины или мобильную связь на расстоянии нескольких сот метров. Действие более крупных устройств способно нейтрализовать радиофугас, вывести из строя электронику самолета, танка или ракеты. Интересно, что действие таких приборов внешне абсолютно незаметно. Например, о том, что сейчас включился генератор электромагнитных импульсов, можно догадаться лишь по вспышке люминесцентной лампы. Эффективность электромагнитной бомбы, как и любого боеприпаса, зависит от точности. Поэтому, начиная с 80-х годов, в Соединенных Штатах и Советском Союзе началось внедрение высокоточных систем наведения и тактической разведки.
Президент Соединенных Штатов Джимми Картер на сей раз не демонстрировал своей разрекламированной улыбки. Наши атлеты не поедут в Москву. После бойкота Олимпиады американскими спортсменами из-за событий в Афганистане, правительство СССР предпринимало огромные усилия, чтобы улучшить имидж страны. Накануне главного спортивного соревнования в Москве на ВДНХ состоялась уникальная выставка советских высоких технологий. Серебряную медаль на ней получил самый маленький в то время беспилотный летательный аппарат. Размах его крыльев был всего 20 сантиметров. Посетители выставки так и не узнали, что этот почти игрушечный самолет создавался в военном институте. Это аппарат, который может запускаться с ладони. В воздухе он существует, может находиться 20-30 минут. Обеспечить целый ряд задач, а именно разведку. Он может использоваться как ретранслятор, как корректор стрельбы. Полковник Всеволод Колесник не только создал микробеспилотник, но и одним из первых сформулировал требования к цифровому полю боя. Он выполнил ряд фундаментальных исследований в области информационного пространства. Работать ему приходилось в условиях полного непонимания со стороны политического руководства. Один из секретарей ЦК КПСС, у которого на приеме был Колесник, не мог понять, почему человек в военной форме толкует ему о научных открытиях. Вы военный, и почему вдруг открытие? Так он мне сказал, я перед ним стоял, как сейчас перед вами сижу. Он сказал, так что вы идите, воюйте, а занимайтесь делом, а не надо делать никаких открытий. Все. Последствия такого отношения не заставили себя ждать. В 1982 году израильская бронетехника пересекла границу Ливана и вступила в бой с военизированными подразделениями Организации Объединения Палестины и сирийской армии, находившейся в этой стране. В самом начале кампании израильтянам удалось уничтожить 90% сирийских зенитно-ракетных комплексов и тем самым получить господство в воздухе. Секретно. 14 июня 1982 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР Николаю Агаркову. 19 из 20 развернутых батарей ЗРК С-75, С-125 и Куб, поставленных сирийской армией, были выведены из строя. Наведение израильских ракет осуществлялось с беспилотных летательных аппаратов через установленные на них видеокамеры. Главный военный советник в Сирии, генерал-полковник Григорий Яшкин. Успех израильтян подтолкнул советское правительство к началу аналогичных разработок. В середине 80-х годов в СССР появился комплекс тактической разведки «Строй-П» с беспилотным аппаратом «Пчела». Он впервые передавал информацию на командный пункт в режиме реального времени. Но «Пчела», как и другие летательные аппараты, была уязвима для средств ПВО. Выход был найден благодаря уменьшению беспилотников до размеров насекомого. Докладываю. Микродвигатель для микробла. Длина его 8 миллиметров. Диаметр 4 миллиметра. Он делает 1 миллион 200 тысяч оборотов в минуту. То есть в далеком ультразвуке, где не только человек, но и летучие мыши, и дельфины не услышат. То есть он абсолютно бесшумный. Уже сегодня микробеспилотники имеют огромный спектр применений. Размеры позволяют размещать их даже в артиллерийских снарядах. Первым выстрелом эта система выпускается над противником, над местом, куда нужно обстрелять, над целью. Вот. Она баражирует, передает информацию, картину, дает все координаты. Вы стреляете, и она сразу корректирует вам огонь. Сбить такой аппарат совершенно невозможно. Во-первых, его трудно обнаружить. А во-вторых, стрелять по нему все равно, что палить из пушки по воробьям. У микробеспилотников совершенно фантастические возможности для проведения разведывательно-диверсионной и контртеррористической борьбы. Действительно, кто обратит внимание на небольшую стрекозу, летающую над головой? Между тем, это может оказаться разведчик, с помощью которого наводится высокоточная ракета.
Впрочем, и сами они не так уж безобидны. Грузоподъемность позволяет микробеспилотникам перевозить до 100 грамм взрывчатки. Так что не стоит давать стрекозам или бабочкам безнаказанно крутиться возле вашего затылка. Успехи в создании беспилотных аппаратов поставили вопрос о существовании пилотируемой авиации. Сам аппарат теперь можно сделать с перегрузкой 10, 15, 20, если это сколько позволит конструкция. Сколько позволит конструкция и энергетика аппарата. Перегрузка, которую может выдержать человек, уже 8-9. То есть в буквальном смысле слова, при перегрузках свыше 10G, уже глаза вылазят, если так грубо говорить. До последнего времени считалось, что силу гравитации, из-за которой возникают перегрузки, нельзя устранить. Но стремительное развитие науки, возможно, позволит решить эту проблему, а заодно разгадать тайны НЛО. Мая 1981 года над городом Тула был замечен ярко светящийся шар, летящий в сторону Москвы. По тревоге были подняты силы противовоздушной и противоракетной обороны. Однако приказа атаковать так и не поступило. Все указывало на внеземное происхождение объекта. Шар имел диаметр около 600 метров и летел на высоте 12 километров. НЛО совершал немыслимые с точки зрения физики маневры. Мгновенно набирал скорость, тормозил, менял направление без всякой инерции. То есть впечатление такое, что инерция внутри этого аппарата равна нулю. А инерция, вы знаете, это... Она связана с массой. Информация о появлении НЛО немедленно заинтересовался председатель КГБ Юрий Андропов. Шеф советской разведки уделял изучению подобных явлений большое внимание. По его просьбе председатель ВПК при Совете министров СССР поручил группе ученых из Военно-воздушной академии имени Гагарина провести исследование аномалии. Значит, речь шла об исследовании, так называли, пограничных явлений. Что такое пограничных? Пограничные – это тонкий слой между тем, что вот наука, какие явления может описать, и тем, к чему она, кажется, она не может. У нее ресурса не хватает, и вот это образуется тонкий слой – знание и незнание. Происхождение объекта не было установлено. Но изучив материалы, группа ученых предположила, что в НЛО каким-то образом подавлена сила тяготения. В результате исследований под руководством Александра Субтели было разработано антигравитационное устройство. Левитирующий диск. Ну, какой размеры были небольшие. Ну, вот, примерно вот так вот его, если я вот описал вот его, вот примерно, ну, килограмм 40, может быть, был вот такой аппарат. Там, вообще-то говоря, была заложена идея, основанная на разности электрических потенциалов. В процессе его полной раскрутки, этого аппарата, значит, примерно было скомпенсировано 30% его массы. С военной точки зрения, создание самолетов, на которые не действуют законы гравитации, позволило бы получить невероятное преимущество. Такие машины могли бы на огромной скорости совершать броски через космическое пространство к территории противника. При этом во время маневрирования пилоты не испытывали бы огромных перегрузок, как в современных истребителях. Но в дальнейшем ученых преследовали неудачи. Эффект был непостоянным, а 30% оказалось пределом потери массы. Точку в поиске путей решения проблемы поставил необычный опыт. Одного из сотрудников Академии ввели в состояние гипноза, дав установку на то, что он находится в невесомости, и поместили на весы. И вдруг у него стрелка пока меньше, и на 12 килограммах остановилась. И в течение 50 секунд он весил 12 килограмм. Поэтому нам стало ясно, что дальше идти по пути создания каких-то вращающихся дисков там, или создание вращающихся магнитных полей. Это путь ведет в тупик. Попытки создания антигравитационных устройств продолжаются в мире до сих пор. В 2006 году левитирующий диск, аналогичный тому, что разрабатывался в Советском Союзе, был представлен английскими учеными. Но пока им удалось добиться устойчивой потери массы лишь на 2%. Тем более невероятными
окажутся возможности человеческого мозга, заставившие качнуться стрелки весов более эффективно, чем электромагнитные импульсы. Начиная с 70-х годов в Советском Союзе и США разрабатывались психотехнологии, послужившие основой психотронного оружия, обращенного к человеческому подсознанию. Совершенно секретно. 10 июня 1981 года. Директору ЦРУ Генри Ноучу. В Первом Московском медицинском институте создано секретное подразделение. Официально оно называется отделом нелекарственной терапии. Есть основания предполагать, что в нем разрабатываются военные психотехнологии. Возглавляет отдел Игорь Смирнов, известный своими работами в области дистанционного управления психикой. Негласную охрану лабораторий обеспечивает 5-е управление КГБ, отвечающее за контрразведку на особо важных государственных объектах. Директор управления внешней разведки ЦРУ, адмирал Бобби Инман. На Западе Игоря Смирнова называют отцом психотронного оружия. В начале 90-х он создал Институт психотехнологий. После того, как Игорь Викторович ушел из жизни, его дело продолжила его жена и соратник Елена Русалкина. Очень часто путают название психотропное, психотронное оружие. Это вещи совершенно разные. Психотропное подразумевает использование каких-либо лекарственных, либо химических препаратов. А есть психотронное. Это то, что подразумевает техногенное воздействие на человека. Вы видите уникальные кадры. Этот человек даже не подозревает, что прямо сейчас его подсознание дает ответы на тысячи вопросов. Мелькающие на мониторе цифры и звучащая в наушниках музыка – это скрытые сигналы послания, которые воздействуют на мозг. Информация может быть закодирована как приказ, и человек, не отдавая себе в этом отчет, будет слепо его выполнять. То, что это технология двойного назначения, естественно, это так. Это ежу понятно, и говорить о том, что это не так, это смешно, бессмысленно и неэтично просто, с нашей точки зрения. Да, это технология двойного назначения. Эксперименты Смирнова позволили создать модель невиданного оружия. Представьте, армия противника концентрируется возле границ. И вдруг, неизвестно почему, генералы захотели стать фермерами, солдаты вернуться домой, а пилотов охватил страх перед полетами. И никто не догадается, что причиной всему были информационные послания, замаскированные под обычные природные звуки. Шум прибоя или шелест листвы. Психотехнологии были созданы на стыке наук. Это нельзя назвать чистой медициной, нельзя назвать чистой психологией, нельзя назвать чистым психоанализом. Здесь и математика, высшая математика, и медицина, и психология, и психоанализ. Но психоанализ, он такой весьма своеобразный, психоанализ компьютерный, который позволяет вести диалог с подсознанием человеческим. В 1993 году ФБР получило информацию о складе оружия и взрывчатки на техасской штаб-квартире популярной в США секты «Ветвь Давидова». Сотрудники спецслужб окружили здание, но лидер секты Дэвид Кореш стал угрожать властям массовым самоубийством в случае штурма. В доме находилось более 100 человек, в том числе 24 ребенка. Вот тогда американское правительство ФБР официально обратились к Игорю Викторовичу за помощью для того, чтобы купировать вот эту ситуацию. Но шеф у нас всегда работал с колоссальным запасом прочности. И, естественно, с учетом разного менталитета, он потребовал апробации на американцах в течение, по-моему, 4-5 дней. Смирнов предлагал записать голоса родственников, призывавших потенциальных самоубийц отказаться от своих намерений. Послания с помощью специальной компьютерной программы должны были быть замаскированы под обычный уличный шум. Подготовительный этап показался американским чиновникам слишком долгим. Они пустили запись через громкоговорители без всякой кодировки. августа 2004 года почти одновременно экипажи двух российских авиалайнеров передали сигнал нападения на самолет, а затем исчезли с экранов радаров. Следствие установило, что причиной крушения самолетов стали действия двух проникших на борт террористок-смертниц. Трагедия показала, что используемые методы защиты авиалиний не действуют.
Недавно в НИИ психотехнологий был разработан уникальный комплекс безопасности для аэропортов. Автоматический комплекс психозондирования MindReader – единственный в мире серийный образец, использующий психотехнологии. Специалисты называют его полиграфом будущего. Человек, хотя и пребывает в сознании, но не в состоянии проанализировать вопрос и дать ложный ответ. Уже сегодня его используют службы безопасности сразу в нескольких российских аэропортах. Начиная со второй половины прошлого века, методы скрытого влияния на подсознание пытались активно использовать в рекламе, политическом пиаре и шоу-бизнесе. Примером неумелого использования кодированного изображения стал случай в Японии, когда после просмотра мультфильма о карманном монстрике Покемоне более 600 детей были госпитализированы с приступами эпилепсии. Власти заявили, что виновато быстрое мелькание красного и синего цветов в глазах у одного из героев мультика. Но любой невропатолог знает, что развернутого приступа фотостимуляция вызвать не может. Нам привезли цифровую запись из Японии, и мы дома просто декодировали. Там присутствовало и неосознаваемое изображение иероглифа. До сих пор в России нет закона, запрещающего несанкционированное воздействие на психику. Отсутствие правовых и международных норм использования достижений науки несет огромную угрозу существованию человека как вида. Это в полной мере относится и к генным технологиям. Даже мирное их использование представляет собой невероятную опасность. То есть человек запустил некий механизм, достаточно опасный для жизни. И он внедрился в тайны, в определенные тайны биологические, в тайны жизни, и не понимая даже, что это такое. И таким образом человек сам действительно создал оружие против самого себя. В мае 2004 года в бельгийском городе Льеж специалистами НАТО был сделан вывод, что генетически модифицированные продукты могут быть использованы как биологическое оружие. Столь жесткое заключение было сделано после опубликования результатов исследований доктора биологических наук Ирины Ермаковой. В своей лаборатории она провела серию опытов над крысами. Животные питались генетически измененной соей, которая сегодня широко используется в пищевой промышленности. Каково же было мое удивление, что уже в первом поколении я обнаружила очень серьезные изменения. Изменения настолько были негативными, что я просто была вот в состоянии такого шока, я бы сказала. Оказалось, что больше 50% крысят новорожденных умирали. Тем более жуткими выглядят попытки целенаправленной разработки генетического оружия. Создание токсинов и болезней, действующих на определенные этнические группы. Еще в начале 80-х годов прошлого столетия доктор Гузен, глава Южноафриканского центра химической и биологической войны, заказал разработку оружия по цвету кожи, нацеленного против чернокожих людей. В 1982 году заместитель директора Израильского секретного биологического института в Нес-Ционе Маркус Клингберг передал советской разведке сведения о разработках биологического оружия, которое могло бы поражать только арабов. Методы генной инженерии позволяют разделять гены, позволяют получать новую рекомбинацию генов, позволяют их соединять с бактериями, с некоторыми микроорганизмами и передаваться таким путем вот от человека к человеку. Тогда ученым не хватило знаний для окончания эксперимента. В 2003 году в США был полностью расшифрован геном человека. Теперь на пути создания высокоточного генетического оружия теоретических препятствий нет. Но большинство ученых уверены, избирательность генетического оружия – миф. В случае его создания под угрозой окажется все человечество. Я часто вспоминаю историю, такую трагедию, которая произошла с Боингом, летевшего в Гонконг. Тогда пилот пустил в кабину самолета своего сына 14-летнего. И сын начал нажимать на разные кнопочки, там что-то крутить. Боинг накренился, и в конечном счете произошла трагедия, он рухнул. Вот генетическая модификация очень напоминает мне вот эту трагедию, что мы действительно нажимаем и на разные кнопочки, не понимая, что это такое. И сейчас у меня такое ощущение, что мы находимся в состоянии крена.
Четыре десятилетия, прошедшие после окончания Второй мировой войны, вошли в историю как годы конфронтации между двумя супердержавами. Осознание гибельности ядерной войны заставило принять ряд запретов на применение атомного оружия. Однако постепенно и практически незаметно возникла новая угроза, связанная с возможностью появления еще более зловещих и изощренных видов оружия массового уничтожения. Вскоре после атомного уничтожения Хиросимы и Нагасаки на обложке ежемесячника «Бюллетень ученых-атомщиков» появились символические часы конца света, стрелки которых показывали без 10-12. Когда у Советского Союза появилась возможность нанести ответный ядерный удар, стрелки отодвинули на 10 минут назад. Каждый раз, когда одна из сторон получала преимущество, мир вновь приближался к страшной отметке. Поэтому сегодня, если Россия отстанет в разработке новейшего оружия, часы могут пробить полночь.